У Могилевской области два экипажа комбайнера у трехтысячников. Четыре водители перевезли по 3000 и более тонн сбожжа. Так у лидерах снова працовники агрокомбината «Зара» Могилевского района. А так само шкловских сельгазпродприемств «Александрийская» и «Амкадор Шклов». Керовник в области Владимир Доманевский особисто выказывает удячность комбайнерам и водителям за якостную працу. Лидеры жнива у агрокомбинате «Зара» Могилевского района теперь трехтысячники. Экипажи Владимира Корсака и Владимира Мельникова, водители Юрий Манкевич и Лангуры Хасия. Я уже 25 лет, а вообще в Беларуси уже 30. Женился, остался. Работают все одинаково, только что кому больше повезет, то и первый получается. А так остальные не хуже работают, чем я. А комбайнеры Владимир Мельников и Алексей Макосов отзначают, что у их напруженной работе здараются приемные нечаканности. Раз резко что-то прыгнуло и сова. Все, комбайн остановили, вылезли, подняли. Пыль, вот такая как сейчас, пыль, наина с поджатки выскочила. Мы думали, подрезали, и он пошел ненормально, целая, живая. А их много здесь. Господарки Могилевской области за выходные пересягнули золотый экватор уборки. Намолочено 650 тысяч тонн зерна с урожайности 34,9 центнера. С министром сельского хозяйства продовольствия, с губернатором области работали по Могилевской области. Замечаний практически нет. 1300 зерноуборочных комбайнов работает слаженно, хорошо и качественно. Это позволяет каждый день от 63 до 65 тысяч намолачивать зерна. До речи, самая великая урожайность у сельгазпредприемства «Александрийская» – амаль 79 центнеров с гектара. Его водитель Игорь Ярошов – сирот трехтысячников. Больше 3000 тонн перевез и Виталь Тямрук с предприемства «Амкадор Шклов». Татьяна Сергеевич, Виталь Алексеенко, «Новини региона».